какой грохот стоит издалека. Поезд только идет еще, только появляется. Вот видно будет, сейчас появится. Я плохо вижу, идет он, идет. А как же машинист там? Ой-ой-ой. Это он идет в Барнаул из Кулунды. С того направления. Тянет. Ну, я залез на голубятню, чтобы показать. Ой. Мои голуби. Ну, еще на зиму оставляю немного голубей. Примерно 40. Стараются гнезда. Погода хорошая, они сами ослабевают. И вывести уже ничего не могут. И вырастить не могут. Застынет. Вчера запасные тазики поставил здесь для воды. Песку наносил. Бочок, дополнительный тазик. Вот корыца у них. Голуби у меня хорошие. Ну, примерно 40. Малыши, вряд ли они выстоят. Ну-ка, посмотрим, как тут. О, вот только-только показался. Поможет считать и вагоны. Начну сначала. Умножайте на 60 тонн. Здесь рябина, тонкая рябина, все остальное уже облетает. Еще раз показать, ветер прошел, шип, а где-то ветла, ну, тальник, там все зелено, вот оно, видно, рядом зеленое, а там уже полуголое. Сколько здесь воздуха. И все это, вот то, что смотришь, все это ни за что, даром тебе Бог дает. А это вот наш куб. Трава, так как ложим ее, так поднимается. Место не занимает, очень удобно. Она осадку дает и перегной будет. Сейчас надо заливать будет 10 банок по 5 литров. И передавать голубей. Кто будет ухаживать за ними у меня? Вот. Интересно, вот дикари у меня два. И с хохолками. Ну, сейчас не знаю, видать нет. Совершенно дикари. С хохолками. Вот откуда еще взялось? Ну, я их держу уже несколько лет. Ну, и все как это. Голубеводы делают. Оставляю нужные усилия. Вот это второй. Вот видно, что у него хохолок. Серьезный. И дети такие же были. Но оставлять все в зиму никак. А это вот мне Кошкин Борис Владимирович дал. Привез я, живут. Ну, гули, гули, гули. Надо мной они сидят. Примерно 40. Сколько там в Барнауле, не знаю еще. Пшеницы не хватит.
Что у меня, полтонна есть тут? Нет. Полтонна. 15 тюрюков. Полтора мешка каждый. Ну, полтора.